На планово-бюджетном комитете большая часть поправок поступила от депутатов по благоустройству городских территорий. В частности, народные избранники предложили увеличить расходную часть бюджета и выделить дополнительные средства на ремонт тротуара на улице Московской около магазина «Традиция», систем водоотведения и освещения в ТИЗе, а также реконструкцию стадиона 12-й школы. Спортивный объект требует капитальной реконструкции и модернизации. Просим посмотреть поправку проекта городской думы о бюджете города Сарова, включить затраты на реконструкцию флэш, капитальный ремонт школьного стадиона школа номер 12 в размере 3 миллионов рублей в 2020 году с переходящим осадком 34 миллиона рублей на 2021 год. В очередной раз депутаты предложили заложить в бюджет деньги на покупку 2 квартир для иногородних специалистов, для того, чтобы привлечь в наш город учителей, тренеров и врачей, и, наконец-то, закрыть вопрос нехватки кадров. Но на текущий момент не разработан механизм обеспечения жильем специалистов именно такой категории. Я думаю, что все коллеги в принципе-то за, но чтобы не подставлять администрацию под прокуратуру, давайте проработаем. Вопрос серьезный, но требует дополнительного осмысления. Давайте, я согласен, как автор поправки, вынести на комитет. Да, вопрос. Голосуем. Вынести на социальный комитет. Детально эту поправку депутаты рассмотрят на заседании профильного комитета. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.